Как купить USDT за рубли банковской картой через обменник XMoney? Перейдите по ссылке xdefismoney.cc. Вы окажетесь на главной странице обменника. Вы можете скачать приложение или сохранить веб-страницу для более удобного вывода и обмена USDT. Обратите внимание, что данный обменник одобрен сервисом Best Change, а это значит, что ему можно доверять. Выберите банк, по карте которого планируете осуществить покупку USDT, например, Тинькофф. В соседнем окне выберите валюту для покупки. USDT TRC-20 уже указано по умолчанию. Это то, что нам нужно. Важно! Проследите, чтобы выбранные USDT были именно TRC-20. Если вы выберете USDT другой сети, например, BEP-20, и совершите обмен, ваши средства будут безвозвратно потеряны. Введите сумму USDT для покупки. Укажите номер своей карты, имя владельца карты полностью, адрес своей электронной почты или телеграм-аккаунт для связи. Укажите адрес своего кошелька для получения USDT. Его можно скопировать в личном кабинете Shop Club. Для этого откройте приложение Shop Club и нажмите на кнопку «Пополнить». Выберите способ оплаты USDT и скопируйте адрес своего кошелька для депозита. Важно! На этот адрес переводите только USDT в сети Tron TRC-20. Вставьте скопированный адрес в соответствующее поле обменника и нажмите на кнопку «Создать заявку». Вы перейдете на страницу оплаты, где будут указаны реквизиты, по которым необходимо выполнить перевод с помощью своего приложения «Банка онлайн». После осуществления перевода нажмите на кнопку «Я оплатил», и ваша заявка добавится в обработку. После обработки заявки снова зайдите в Shop Club и нажмите «Я завершил платеж». В течение 5 минут средства поступят на ваш счет Shop Club. Поздравляем! Вы успешно пополнили свой счет в Shop Club.